Раджа в своем тенистом вольере, но все равно жарковато. Последнее время он частенько замечен в обнимку с Леди Ди. Да, да, на фото. Уже не раз они так лежали. Для меня вот так, чтобы его видно было. Давай со мной. Не надо кадры не тратить, я тебе говорю, память не тратить. У тебя 64 гигабайта, ну что? Посетителей много и много в соцсетях. Фотографии с Тайгана. Видно его? Да. И меня видно? Да. Все, пошли. Прикольно. Давай. Вот здесь найди, смотри, чтобы он был виден, и я живот подберу. Вот так вот. Ой, какой красивый. Ну, чтобы его не имели. Ну, на черный нажимаю, вот там, чтобы было фото, и на два дела. Вот туда. Так? Да. Вот так? Оля, красивый. Вот так. Ой, какие лапы. А какие глазки, зеленые? Прихорашивается постоянно, чтобы быть всегда красивым. Да, да, да. Он знает, что звезда Тайгана. Бабахи. Понежиться надо. Щелкни мне вот здесь еще раз. Что-то я это надо живот подобрать. Щелкни еще раз. И он вот развалился. Ему не подбирать. Ну-ка, смотри, вот сюда не понимаю. Раджа релаксирует. И вот здесь, когда фото, жирный.